Он рожден быть королем и вершить историю страны. Меч короля Артура. Мировая премьера в кинотеатрах России. Люди говорят, есть легенда о мече и о короле. Легенда на этот раз от Гая Ричи, а потому стандартного развития событий ждать не стоит. Давай! Давай! В принципе, сценарий знакомый. Артур, его играет Чарли Ханом, который не знает, что он истинный король, слоняется по Лондону со своей бандой, дерется. И вообще ведет себя не как персона голубых кровей. Но все меняется, когда в жизни молодого человека появляется меч Эскалибур. Ты чувствовал ее? Силу. Вот с этого момента и начинается волшебство в роли главного антагониста Джуд Лоу. Он играет тирана Вортигерна. Человек, который подпортил жизнь Артуру, убил его родителей, а теперь пытается убить его самого. Это Вортигерн убил твоего отца. Но он и представить не мог, на что ты способен с этим мечом. Если режиссер Гая Ричи, значит, нас ждут интересные ходы, и классических операторских приемов мы тоже здесь не увидим. А еще здесь много драк и фэнтези, так что сходить стоит. Вот ваш король. Продолжаем российской премьерой. Фильм «Большой» — это новая работа известного режиссера Валерия Тодоровского. Я девочку привез в академию поступать, посмотрите, пожалуйста. Легко ли стать балериной и звездой балета? Многое зависит от счастливого случая. Именно такое происходит с талантливой танцовщицей Юлией Ольшанской из маленького шахтерского городка. Давай танцю! Чтобы пробиться на сцену Большого и стать звездой, начинающей балерине придется пройти массу испытаний, пережить любовную историю, преодолеть зависть коллег. Превращение в приму потребует невероятного самоотречения. Юлия Ольшанская. Я хочу, чтобы моя лучшая за все годы ученица танцевала главную партию в выпускном спектакле. Знакомство с родителями невесты не всегда заканчивается свадьбой. Это слоган нового голливудского ужастика «Прочь». Хотите пощекотать себе нервы? Тогда вам на этот фильм. Они знают, что я черный. А надо? Может, стоит предупредить? Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. А моя дочь знает, что ты куришь? Я скоро брошу. Она тебе с этим поможет. Как? Гипноз. Сеанс гипноза, и жизнь как будто переворачивается. Теперь все кажется по-другому, и вся семья невесты – это потенциальная угроза. Падай в пол. Нет, нет, нет. Падай. Ценность разума не зависит от цвета кожи. Подводим итоги нашей киновикторины. Победителем стал Артем Решетов. Мы обязательно передадим ему 2 билета в кино. А наш следующий вопрос. Назовите самого оскароносного актера Голливуда. Свои ответы оставляйте в нашей группе ВКонтакте, моем личном Инстаграм. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ставьте лайки, пишите комментарии. Встретимся через неделю. Смотрите кино.